Страйкбол фильм. Черный генерал. В ролях. Полковник Махно охотится на черного генерала. Справедлив, решителен, находчив. Женат, двое детей. Черный генерал любит топтать наш снег. Хитер и коварен, характер скверный, не женат. Борт 17, он же летчик. Женат, трое детей, умеет варить борщ. Трунка! Верно! Освободить военачальника. Товарищ генерал, разрешите доложить. Доложу, господин. Экстренное сообщение. У нас, видно, пленных забрали, но надо вызволять. Понял. Молодцы, бойцы. Товарищи бойцы, поступило новое задание. Наш большой военачальник попал в плен к врагу. Наша задача его освободить. Любым путем. Внимание, разведчик. Товарищ генерал, дозвольте звернуться. Разрешаю. Поступили нове розвіддані, потрібно захопити, діяти. Ворожі розвіддані. Понял. Значит, разведка доложила, что есть новая информация. Разведчики заложили эту информацию в районе водокачки. Нам нужно найти пакет с этой информацией о местонахождении нашего пленного военного начальника. Действуем! В бою! Вперед! Итак, друзья, подписчики, всем привет! Сегодня у нас вторая серия «Черного генерала», и мы будем сейчас делать интересную игру. В общем, все увидите. Итак, ребята, разведка спрятала информацию в районе водокачки. Нам нужно найти водокачку, там будет информация. Все подозрительные вещи, пакеты мы поднимаем, смотрим. Должна быть какая-то важная информация, которая изменит ход войны. Иначе нам придется отпустить черного генерала. Туда. Через эти здания. Вперед, бойцы, пошли. Потом мы зайдем в лес. Лесом, получается, мы продвинемся к этой водокачке. Поднялись мы на гору. Все здания остались внизу. Продвигаемся пока. Находим такие значки и метки. Эта разведка оставляла знаки такие, чтобы мы поняли, куда идти. Километра два мы протоптали через горы и тому подобное. Сейчас разведка двинулась к водокачке проверить, или там никого нет, чтобы мы могли безопасно туда подойти. Сейчас линейка вниз будем идти. Давай, за ним рядом. Ожидаем команды. Разведка только что передала, что возле водокачки чисто. Как понял? Плюс. Первый пошел вперед, и мы сзади. Стоп, а нам надо водокачка, если там никого нет? Да. Там наши разведчики спрятали разведданные. Янки в воду, смотри, где твои идут. Как ты? Во, давай, мы идем к водокачке. А ты разведай, что там возле того треугольника. Во, повтори, повтори, Вова. Пакет с документами. Забирай и неси сюда. Внимание, пакет с документами найден. Занять оборону. Товарищ полковник, разрешите доложить? Давай. Закладка найдена. Так. Вот наша закладочка. Сейчас мы проверим, что здесь. Боец, подойди ко мне. Антон, подойди ко мне. Это разведданные. Так, смотри, что там, здесь больше ничего нет. Здесь есть карта. Что-то наша разведка тут намутила. Что там, есть что-то толковое? Да, сейчас.
Да, давай досчитывай. Пусть считай вслух. Походу здесь есть бензин. И зажигалка у нас есть. Короче, нам нужно разжечь огонь. Да. Разбить лагерь, пока находиться здесь. Наша задача поддерживать огонь. Огонь, короче, костер — это мертвяк. Мертвяк активируется с момента, когда мы разведем огонь. Угу. Собрать данные цифрового значения, узнать их применение. Район действия — населенный пункт. Запеленговать радиомаяк методом ретрансляции в радиоэфир. Где будем мертвяк ставить? Смотри, можем возле самой водокачки обосноваться. Да, там можно оборону держать. Можем. Да. Так, у нас есть бензин, у нас есть зажигалка. Неожиданный поворот событий. Пока мы разбивали лагерь и разжигали огонь, на нас напали бойцы черного генерала. Плотный огонь отрезал мне путь к автомату и камере. Меня ранили и взяли в плен. Саня, ты идешь заключительный? Да. Короче, ситуация, значит, такая. Нас немного разбомбили, а меня взяли в плен. Лагерь мы даже не успели разложить. Мы пытались разбить лагерь. В этот момент нагрянула банда вооруженных лиц. Автомат, получается, я оставил, бегал по лесу без камеры и без автомата. Потому что мы строили лагерь, так сказать. И застали нас врасплох. Наших всех перебили, меня взяли в плен. Рассосались, что выключил? Купин йде, один вдох до 10 метрів. Пускай нахуй оце в пленні. Походу, это бойцы черного генерала. Они ищут своего генерала, а он у нас в плену. Плохо, конечно, что теперь я у них в плену. Саня, ведем его в здание. А что вы на дороге? Нет, тут, конечно, легче будет пристрелить, если он бежит. Побег из плена. Походу, я сбежал. Короче, ребята, ситуация, значит, такая. Я уже успел побывать в плену. Один запустил меня в здание. Он думал, что второй здание есть. Пока его отвлекли на улице, я, короче, в комнату. Другую, короче. Вообще не знаю, как так получилось. Получается, тот, который был в здании, он был в какой-то другой комнате. Тот подумал, что... Короче, один подумал, что другой меня принял. И я, короче, на улице. Вообще нереально. Это надо было, конечно, снять на камеру. У них осталась моя рация. Оружие они у меня не забирали. Просто приказали отстегнуть магазин. Короче, оружие я нес, автомат нес на плече, а магазины были у меня в кармане. То есть в руке, короче, даже. Они просто были. И получается, у них осталась только рация. Еще повезло, что они не забрали документы. Те, которые наша разведка оставила в лесу возле водокачки, за которой мы так сильно боролись, блин. Еще раз повторюсь, что рация у них. Как выйти на своих, я теперь не знаю. Здесь такое озеро. По воде идти боюсь. То есть по льду. Честно говоря, даже не знаю, здесь можно пройти. То есть обойти его как-то. Зашел я, в общем, в такие хащи. И пытаюсь пробраться. Думаю пробраться в тот лес. И там выйти уже, искать наших. Очень повезло, что у меня осталось оружие. Ого. Под ногами трещит лед. Я думаю, что сильной воды нет. Но какие-то лужайки могут быть. Еще кругом деревья. Здесь когда-то было озеро. Сейчас оно заросло такими кустами и камышами. Получается, мои бойцы знают, что я в плену. И вряд ли они знают, что я сбежал. Вон там озеро и лес. И они будут пытаться меня освободить. Но плохо, все плохо, потому что у врага моя рация. И они будут слышать каждый шаг, который они будут делать по рации.
больше я столкнулся с проблемой. Это озеро. Мне явно здесь не преодолеть. Берега здесь тоже никакого не было. Разве что туда попробую. Потому что возвращаться обратным путем я не хочу. Короче, лес уже рядом. Осталось немного пройти. Надеюсь, здесь это можно будет сделать. Вижу какой-то мостик. По колено провалился. Очень срочно нужно не на этот мостик. Вообще дамба какая-то. Когда здесь было озеро, я так понял, это было дамба. Главное не провалиться здесь. Опасно. Я, короче, вылез на дамбу. Высота не маленькая. Буду идти по краю, держаться за поручи. Потому что под снегом не видно, какая здесь. Какой здесь пол. Может, прогнившие доски. Даже не знаю. Сейчас я другую камеру опущу. Вниз. Внизу по берегу невозможно идти. Выбрался немного на гору. Здесь есть заячьи тропы. Люди здесь не проходили. Сейчас, в данном случае. Вон из того здания я сбежал. В лесу с той стороны. Вон там. Водокачка с той стороны. Вот есть два здания. Белеются крыши. Высокие здания, трехэтажные. Водокачка там. Сейчас пойду по лесу в обход. И с той стороны постараюсь найти наши. Проблема в том, что документы, которые оставила разведка, у меня. И бойцы, в принципе, не знают, что делать. И пытаются меня там спасти из плена. Хочу побыстрее сообщить, что я уже не у них, чтобы они меня у них там не искали. Все ближе и ближе. По идее, мне легче было бы по той дороге, которой я бежал, свернуть налево и в лес убежать. И лесом было бы ближе попасть туда. Но в лесу они бы меня видели. Потому я забежал сюда, в эти камыши, перебрел через озеро. В прямом смысле перебрел, потому что ноги полностью мокрые. В некоторых местах проваливался по колено, ну так, типа, такая жижа водяная, просто вот снег провалился, поднял бы все равно, но ноги полностью. Ребята, я тут шел, думал, что я сам, честно говорю, пока никого не видел, но увидел вот такую штуку. Что это сейчас? Я сейчас посмотрю. И там есть сооружение, похоже на мертвяк. Итак, как видим, есть зажигалка, есть бензин. И есть пакет документов. Офигеть! Возможно, это вражеское.
Это точно вражеская, потому что свои документы мы нашли. Да, это вражеские документы. Нам немножко повезло. В лесу я уже не замерзну. Ноги мокрые, капец. Пока иду, не холодно. Чвакает, слышу. Но если остановлюсь, будет беда. С зажигалкой, бензином и этими документами. Теперь я точно не замерзну. Еще какие-то подсказки могут быть. Я сейчас проверю. Ничего нету. Сейчас я вижу водокачку на той горе в лесу. Очень подозрительная тишина. Бои где-то слышу вдалеке. Закрепил бутылку с бензином. Скрипит. Сейчас срочно нужно развести огонь и согреться. Короче, снова я здесь, на этой водокачке. В принципе, где меня взяли в плен. Здесь. Вот так вот мы разлаживали лагерь. И нас застали врасплох. Сейчас я разведу здесь огонь. Наши сейчас увидят и подтянутся. Подходят наши бойцы. Смертяк. Привет, бойцы! Ты сбежал? Серьезно? Я отвечаю! Генерал не промах. Здорово! Здорово! Мы все поперлись, нам с Капсалем хотели тебя забрать оттуда. Я так и знал, я вот это комментировал на камеру, что вы, короче, пойдете меня спасать, короче. Видишь, что вы убивали. Один, короче, получается, один, короче, меня сзади заталкивает в здание, а второй уже в здании, типа, знаешь. И этот, типа, говорит, типа, принимай меня. А я захожу, а я никого нету. И ты через... А того кто-то отвлек еще, знаешь. Я, короче, в одну комнату, я слышу шуршание, короче, этот чувак, короче, в другой комнате, знаешь, а я, короче, в другую, короче, вниз по ступенькам, в дверь. Пацаны, по колено в воде, короче, через озеро, вот тут теми трущобами, короче, побежал направо. Ты снял это все? Да. Не, как именно сбежал, не, именно уже когда выбег на дорогу, включил камеру, тогда начал это... Я нашел их точку, их документы, короче, на той стороне. Что, серьезно? Они вообще... Сколько у тебя документов? А ну-ка дай-ка их, пожалуйста. Я уже тут вот огонь распалил. Нет, подожди, а ну-ка дай. Так мы сейчас решим задачу, блядь. Надо расшифровать. Еще. Надо было тебя довести еще в удачу, люди. У них, я видел, когда они меня вели в плен, это наши документы, это их не документы. Значит, когда они меня вели в плен, шестая цифра, ноль, там был какой-то секрет. Шестая цифра ноль. Да. У нас три, четыре. У нас пять цифр есть. Серьезно? Шестая цифра ноль, пацаны. Трех, он живой. Давай. Ручка есть? Бо у меня рации нет, я не могу даже вас на связи. Генерал на связи. Да. Не захватывайте здание. Выводи их с боем. Янки, командир желтых, или кто рядом на связи есть, выйдите на связь срочно. Внимание, полковник живой, находится на мертвяке. Подтягивайтесь все сюда. У них моя рация. У них моя рация, они слушают. У них рация. Скажи, нас слушает противник. Нас слушает противник. Отбой, оставайтесь на своих позициях. У противника наша рация, как принял. Думаешь, реагирует? Значит так, у кого информация по цифрам? Ты ему сейчас звонишь, да? Надо было снимать. Я думаю, что включать камеру, знаешь? Я в плену уже, думаю, куда уже денусь, знаешь? Не теряй надежды. Они меня держали, блин, это самое, на мушке. Алло, типа... смотри. Славик, бегом, відступайте. То, що по рації вам передали, ми передали спеціально, щоб завести противника в заблуждення. Бо у них моя рація. Вони слухають нашу рацію, вони забрали нашу... А, ще, ребята, я поки був в плену, я послухав їхній розговор, то, короче, в отелі держать воєнного начальника, которого нам нужно освободить тоже. А там какая охрана сильная? Не знаєш? Без поняття, нічого не знаю. Надо туди стягувати групу, блядь. Провести розвідочку і действовать. Огонь наш горит.
Лагерь разбит. Водокачка. О! Глубокая, кстати. Там капец. Водонапорная башня. Наши желтые здания. Быстрее, быстрее, быстрее! Граната! Молодец, боец. Свои. Боец, пошел вперед. Выходи. Заходи. Ранен! Меня могут взять в плен. Проходим. Жди, жди. Вон там он в той дырке походу. А хотя еще с этой стороны тоже может быть один. Потому что этих убивали оттуда. Один там, один там. Саня, злива может быть, Саня. Саня, закинь влево. Освобождение военачальника. Да, товарищи бойцы, разведка доложила, что в этом здании этот военнопленный находится. Оттуда они просмотрели, здесь, короче, на втором этаже, в окнах, есть люди, есть свет. Короче, я думаю, что военнопленный там. Сейчас нужно их красиво штурмануть. Есть. В бой! Живее, живее, живее! Пошел! Бойцы, давайте, работаем, работаем, бойцы! На второй этаж, пошел, пошел! Направо, направо, гранату! Гранату направо! Гранату направо! Есть! Пошел, 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 пошел! Пошел! Аут, выходим! Аут! Пленного, пленного, не пристрелите пленного! Вот! Есть пленный! Пленный! Красавчик! Бойцы, благодарю за службу! Есть, прикрывай! Есть! Освободили пленного! Трофеи, рация, он здесь музыку слушает, выводим пленного! Все, руки, руки опусти, мы свои, а?
Танцуем, танцуем! Давай. А что он танцует, ребят? Борт 17, прошу меня называть. Борт 17. Ребята, что-то с этим пленным не то. Это должен быть военный начальник. Или он косит под дурачка. А почему музыки нет? Давай, давай, двигай. Выходим, выходим, выходим. Ребята, выводите его. Выводите, я такой-то дурка, бля. Слушай. Я попал 20 лет назад в грудком треугольнике. Ничего, вылечат, вылечат. Слушай, это точно наш или это может муляж какой-то? А ну проверь, давай херня. Это утка, ребята, блин, это не наш. Проверять не надо, я мальчик. Слушай, ты должен сказать нам сейчас кодовое слово. Кодовое слово он должен сказать. Как тебя зовут? Эль Мендоза. Бляха, махаш, что это? Это не тот, короче, ребята. Эль Мендоза. Летчик гвардии, капитан японских морей. Снимай, снимай, Маш. Короче, он бред несет. Свой. Не, ну он-то свой, но не тот, короче. Да, мне поменяли лицо с Горбачевым. Это не тот. Это утка. А где тот, что нам надо? Отдайте балаклаву с дырками. Кубок, кубок. Я жетон закат. Ты херово кодовый. Курс 20. Я летчик, что ты от меня хочешь? Я летчик. Летчик. Ну, походу, шесть. Мы с кумом шли в село за водкой. И потом раз. И я женат и трое детей. Ты не поверишь, я умею варить борщ. Не похоже на генерала Костя. Это точно не похоже. Я под прикрытием 20 лет на Каймановых островах. Ловишь? Так зачем он нам надо? Я вот это не понимаю. Лови его! Лови! О, вот так люблю, ломай меня. Ломай полностью. Буйный? Короче, ребят, это точно что-то не так. Держите его трое, блин. Только что передали по рации, что мы взяли не того. Нашел друга, друг! Он друга нашел! Он нашел не того, но нашел друга. Да. Короче, печально. Игра закончена уже. Было, короче, получается, двое военнопленных. Один как бы важный военнопленный, а второй не очень. Получается, второй пилот пьяный какой-то или что с ним. А военно-начальником освободить у нас не получилось. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, ждите новых видео. Всем удачи, пока!